Друзья, доброе-доброе утро всем. Собираемся на прогулку с Барни. Наконец-то я решила снять. Как-то у меня все не хватало времени. Я болела. Мне тут уже террор начался. Что вы тут это выставляете, то, что не надо, свои эти прошедшие. Ну, вы знаете, вы просили сами, чтобы я выставляла, чтобы я снимала. А теперь опять получается, все не так, да, все не так, да. Начинаются опять склоки какие-то там на меня и на подругу на мою. Не так сказала, не так. Вот, так что вот такие дела. Ладно, идем гулять. А подружка, то, что мне мамой годится, так оно и так и есть, годится в мамы. Потому что она сама это говорит. Она иногда и говорит, что я ее дочка. Даже мы вот сколько... И вот сколько мы на пляже были, на море были, а кто, с кем мы не знакомились, она сама говорит, говори, что ты моя дочка. Даже вот мы там лежаки занимали, к этому подходили, как его, который там хозяин вот эти вот лиги расставляет, он там места, да, мы ему даже заплатили, чтобы он нам места оставлял. И она сама сказала, говорит, моя дочка хочет возле моря, она сама это постоянно говорит, а вы мне тут начинаете, что вы тут на Аню, что вы это... Понимаете, если бы я вам сказала, почему Аня так выглядит, но я не хочу это говорить. Понимаете, не хочу, да, я и секретов нет. Аня сама всем рассказывает и говорит. Понимаете, тут секретов никаких нет. Вот. Поэтому сами, может, догадаетесь, почему. Выглядит хорошо человек 78 лет, понимаете. Моя мама, конечно, так не выглядит. Моей маме 82. Конечно, она по сравнению с Аней проигрывает. Вот. Ну, в общем, Барнюша меня ждет. Я собралась гулять, одела шортики. У нас погодка вроде ничего такая. Ну, пасмурно немножко, да. Ну, не скажу, что прям, ну, утро еще. Еще, думаю, разойдется. Вот. Аня уже, знаете, сколько пластических операций на лице сделала. Я говорить даже не буду. Просто тут не секрет. И секрета в этом нету. Я знаю, что она делала. Она сама рассказывает. Как, я не знаю, она сама постоянно это говорит. Вот. Поэтому тут секрета никакого нет. Вот. И понятно, что она так выглядит. Но я поправилась. Конечно, я поправилась. Я, знаете, как сказать, надо худеть. Да, я смотрю, целлюлитики пошли. Да, они у меня и были. Я не скрываю ничего, знаете, честно вам скажу. Я вам показываю все как есть и все рассказываю. А мне начинают какие-то упреки, какие-то там эти. Да ты такая сякая, разэ такая, да я с тобой больше бы не поехала на... Так и больше и так не поедем. С другими поедем, с мужем поеду. Другая еще подруга у меня есть, с ней поеду. Поэтому это... Ане это, конечно, уже тяжело, потому что она никуда не хотела. Ей в тягость все это. Понятно, человеку возраст. Я и сказала ей, говорю, как... Тебе тяжело это все будет. Она, нет, нет, нормально все. Ну, нормально, а сама ни туда, ни сюда не хотела. Такие вот дела. Наша машина стоит, папа на велике на работу поехал. Машинка стоит. Красавица наша. Да, Барнюшка? Вот он, Барнюшка. Здравствуйте, скажи всем, кто переживал. Все, скажи, со мной хорошо и прекрасно. Да, Барни? Все со мной, скажи, хорошо и прекрасно. Что ты там, скажи, за паника такая? За Барнюши скучаем, за Барнюша это. Я хотела в видео вам выставить нашего отпуска. Как мы отдыхали, как... Я же тоже наснимала. Вы же просили сами, смотрите, какие ягодки. Вы же сами просили. Оля, снимай, как вы там будете отдыхать с Аней. Вот я наснимала, а теперь все опять плохо. Вон они, какие ягодки. А теперь уже опять все плохо. То не так, это не так. Знаете, как это... Думаешь про это потом. Все, людям не угодишь никогда. Смотрите, какая красота. Вот лавандочка уже какая красивая. Я поняла, что людям не угодишь. Что бы ты ни делал, как бы ты ни делал, делаешь хорошо. Знаете, только раз сделал не так, что-то не то сказал... Все, ты плохая, тебя судят, тебя... Ну, в общем, ребята, очень это неприятно, понимаете? Я ничего такого, вот как я насчет Ани не сказала, что на мне мама годится. Аня сама без конца это трындычит, что доченька моя, ты доченька, на море лежим, люди знакомимся, они говорят. Мы так понимаем, что вы мать с дочкой. Да. Я говорю, ну зачем ты? Да, мы мать с дочкой, этому сказала, где лиги мы...
брали, он тоже, она говорит, пошла, говорит, нам, пожалуйста, возле моря. Там надо приплатить немножко, чтобы он тебе утром занимал место. Это дочь моя, мол, хочет возле моря. Я, наоборот, говорю, это мама моя возле моря хочет. Мы так друг друга, понимаете? И ничего в этом нет обидного, как говорится. Аня, там обидно. Да ничего не обидно, Аня сама, она понимает прекрасно. Понимаете, а вы уже меня приравниваете к Ане. Что я такая же, как Аня, мол, типа того, что Аня, да, хорошо выглядит в свои года, понимаете? Но у Ани пластические операции, несколько штук, вы не забывайте об этом. И секрета в этом нет, Аня сама всем рассказывает. Вот. Поэтому, а у меня ни одной операции нет, а вы меня уже приравниваете. Пойдем сюда, пойдем, Барнюшка, пойдем, там ремонт идет, у нас тут везде что-то люди все делают. А вы меня уже приравниваете к человеку, который старше меня, считай, на 20 почти что лет, да? Вот. Ане уже будет 79 лет. Поэтому, знаете, не надо так. Это тоже неприятно. Пойдем. Ком. Ком. Это тоже действительно неприятно, что когда вот так вот тебя приравнивают... Аня там не хуже вас выглядит, почти что вы одинаковые, конечно, одинаковые. Если бы я столько операций сделала, я бы, наверное, знаете, была, наверное, мне было бы уже не 60, я на свои 60 бы выглядела, а я бы выглядела на все, наверное, тоже 40 или на 35, если бы я столько сделала их. Вот. И не пишите мне, пожалуйста, что опять вы, зачем вы это говорите. Она сама всем рассказывает и говорит. Это вообще никакой не секрет. Если вы просто не знаете, а начинаете говорить, особенно там какая-то Тамара есть, еще кто-то, я уже не помню, начинают склоки. Один начинает, другой подхватывает. Но это, ребята, так неприятно. Знаете, и не хочется даже ничего снимать. Барнюшка, ну я что, кругами буду ходить? Смотрите. И начинаются склоки, и начинаются, боже ты мой. И вот так вот почитаешь, вчера читала и удивляюсь просто, насколько у людей работает фантазия, насколько вообще вот это все, ну, честно. Пойдем, пойдем. Вот наш Барнюша, Паша хорошо справился, все хорошо, прекрасно. Пашка молодец. Котят, ребят, я снимать больше не буду, вот, и не хочу. Знаете, склоки эти мне надоели. Вот. И у нас их уже нету, если честно. Нет, они есть, но уже скоро их заберут. Их уже заберут. Поэтому что их снимать? Не хочу снимать. Они, конечно, подросли. Ласковые такие. Узнали меня, встретили. Вот. Пойдем. Пойдем, мой котик. Айда. Как все, небо уже расходится. Погодка хорошая, тихая такая. Представляете, так хорошо на улице. Вот он, мой ребеночек. Соскучился за мамочкой, да? Соскучился. А я приехала, то есть такая уставшая. Я ж там заболела, у меня бронхи начались. А от чего все? Я сейчас вам скажу, от чего. Потому что Ане всегда было жарко. Она включала кондиционер, просила меня. Я говорю, Ань, давай не будем, давай будем уходить, когда уходить и включать. Она приходила, ей было жарко, она психовала на меня и говорила, вот, я тут мучаюсь, мне очень жарко. Я говорю, хорошо, давай включай. Давай, говорю, включай, и потом посмотришь, что, говорю, будет. Вот. И мы все, говорю, попростынем, все. И самое интересное, что она не простыла, простыла я, потому что я лежала, ой, блин, я сейчас... Она лежала ближе к коридору, туда к БАДу, к ванной комнате. И кондиционер, вот мы как и сели. Ванну убрали здесь. Видите, как хорошо. Сразу же так чистенько стало. Там теперь уже такие внутренние работы в доме делают. Ну, Аня лежала ближе туда, к двери входной. А кондиционер, понимаете, дул прямо на меня. Я дальше туда лежала к окну, и он почему-то доходил до этого окна, и было так холодно. И потом, знаете, прямо таким ветром. И я ей постоянно говорила, Аня, мне очень холодно. Поставили вообще на 22 градуса, представляете, на 22 градуса. И она говорила, ой, как хорошо, как хорошо. Я говорю, ну ладно, подожди, хорошо.
А потом, получается, я простываю, у меня горло заболело сразу. Потом у меня все это на бронхи пошло. Я голос потеряла, говорить даже вообще не могла. А они хоть бы что, понимаете? Они хоть бы что. Потому что на нее не дуло. А я ложилась вся, ну, как жарко было, мокрая. И вот меня так продуло. И я потом, когда хотела выключить, она на меня... Она психовала, говорила, не надо, мне жарко, ты что, ты что. Смотрите, розочки, которые я люблю. И вот так вот, ты что, и ночью, как мы будем спать, и душно, и жарко. И вот меня так просифонило, я так простыла. Приехала, болела, но у меня, правда, за два дня все вот это прошло. Розочки, я их люблю. За два дня вот это головокружение прошло. Пила таблеточки там специально от головокружения. Прошло. И вот... Потом у меня началось вот этот бронхит. И последнюю вот неделю всю я не могла ни говорить. У меня голос пропал. И у меня температура поднялась. И я там антибиотики пропила, в аптеке купила. В общем, вот такие вот, ребята, дела. Вот. Так что не надо тут бочку гнать на меня. Что я там... А ну-ка нельзя! А ну-ка нельзя! Что ты там нализываешь? А? Эх ты! Эх ты! Тут у нас спор идет насчет кастрации. Пашка против, говорит, не надо его кастрировать, зачем собаку портить. Но многие люди тоже это говорят, не знаю. Он говорит, он нормально, никуда не пытается убежать. Говорит, я с ним гуляю, выхожу на речку, он там бегает. Я говорю, ну не знаю, говорю. А я настаиваю, чтобы кастрировать. В общем, у нас вот такое вот идет. Споры вот эти вот, надо, не надо, не знаю, короче. Нужно или не нужно. Я бы, конечно, про Косопашка против. Ну, знаете как. Я тоже должна прислушиваться, наверное, к нему. Но я много информации сейчас читаю в интернете. Да, и вообще, нужно ли это или нет. С врачом опять поговорили. Врач говорит, это ваше дело. Я вообще не сторонник кастрации, он сказал. Ну, вот так вот, не знаю. Не знаю. Такие, ребят, дела. Правда, вот после вчерашних вот этих вот, как сказать, ваших, многие, кто мне там написал, после вчерашних вот этих вот этих комментариев, у меня, честно говоря, вот эти машины прям, тут вообще редко что-то ездит, но вот они прям, честно говоря, вот даже ничего не хочется снимать, честно. Я хочу поставить то, что я там снимала, показать вам, как многие говорят, зачем. Я говорю, а что вы спросили сами, вы будете снимать, да? Подумаешь, это сейчас не актуально, но это же снято. Это снято, я хочу это сделать, выставить, почему нет? Вот. Да, я поняла теперь. Я вам сейчас честно скажу, что... Какая баня мне подружка не была, но больше я никогда в жизни вместе не поеду с ней отдыхать. Потому что пускай она обижается, не обижается. Потому что я подстраивалась под этого человека как могла. Как могла. Вот вторая наша поездка, понимаете, вторая наша поездка. И проблемная, да. Я не скажу, что там у нас что-то такое прям. Ну, мне было тяжело. В Болгарию вместе ездили. И я после Болгарии уже сказала, все, никуда ничего, никуда больше с ней не поеду, мне хватило Болгарии. Но, опять же, я поехала, так как одна я побоялась, ладно, Паша договорит, ладно, съезди. Но все равно потом, Паша не Паша, я тоже сама вроде как, ну, проявила такую... как сказать, охоту поехать вместе, да, и она сама сказала, говорит, Оля, все, я поняла теперь, говорит, это как надо, нам, как мы должны с тобой общаться, и как это, я теперь поняла, все будет по-другому, все будет по-другому. Я говорю, хорошо, поехали, да, вот. И что,
было то же самое, что и в Болгарии. Аня ничего не хотела, не купаться. Она за все время только зашла в море, ноги помочить, и все на этом. Я понимаю, страх, она боится воды. Я же ее не тянула. Я всегда говорила: Аня, делай то, что ты хочешь. Я тебя не принуждаю ни к чему, я тебя не то. Но Аня всегда не хотела ничего. Это не так, это не сяк. Хотя отель такой был хороший, все было замечательно и хорошо. Но Аня все равно находила какие-то всегда минусы. Вот. Я всегда говорила: ты не найдешь плюсов, не найдешь никогда плюсов, чтобы все было прямо вот прекрасно. Все, все, 3 пятерки было и с плюсами. Ты никогда этого не найдешь. Все, я отключусь, потом вам дальше продолжу беседу. Какая красота. Так что вот так, ребят, вот так я съездила. Просто я там старалась держаться, никому ничего не говорила, не рассказывала, когда видео снимала. Ну, я хочу сказать, кто-то догадался, кто-то видел, кто-то понял, понимаете. Я постоянно подстраивалась, я постоянно уступала. Мне было это очень, знаете, тяжело, непросто. Честно я вам скажу, непросто. Вот. Так вот. Поэтому я себе сказала, что все, это последний раз, что мы поехали вместе. Хоть там что никто не говорит там. Я не хаю. Аню я не хаю. Я просто рассказываю, как есть. Потому что вы меня начинаете хаять. Вы не знаете ничего, понимаете, никаких подробностей. А начинаете меня хаять. Ой, Аня, там это. Ой, Аня, это. Да, я ничего не хочу сказать. И начинаете меня сравнивать. Меня, которая моложе на 18-20 лет с ней, да. Начинаете сравнивать и меня унижать, понимаете. Это некрасиво с вашей стороны и нехорошо. Понимаете? А ее я не унижаю, абсолютно не унижаю. Я просто вам рассказываю, ну, потому что она сама это постоянно везде говорит, везде говорит. Вот. Я всегда ей говорю: с чем ты это людям рассказываешь? Им это вообще не интересно. Она начинает про себя рассказывать. Я говорю: незнакомые люди, им это вообще не интересно. Пойдем, Барнюша, нет, нельзя. Им вообще это не интересно. Что там или как? Пойдем, пойдем, пойдем. Барни, да что такое? Он начинает мне тут. Пойдем. Поэтому вот так вот. Вот мы с Барнюшечкой гуляем. Погодка прям супер. И не жарко, и не холодно. Такая классная. Облачно. Видите, на тучки уже расходятся. То вышли прям совсем. И то солнышко помаленьку выходит. Ну, утро еще. Да, Барни, соскучились за тобой. Подписчики соскучились, говорят: где наш Барнюшка? Мы скучаем. А вот он, Барнюшка, он поправился. Он такой прямо сбитенький мальчик стал. Кушает хорошо, аппетит у него хороший. Да, пойдем сюда, пойдем. Вот он мальчуган наш любимый. Мама скучала за ним. Да, а что там, улиточка, да? Улиточка там. Ну давай, давай, нечего подлизывать. Я его постоянно ругаю, что он все подлизывает. Все подлизывает. Что не так, начинает все подлизывать? Это что ж такое лизунчик-то у нас? А? Барнюшка, тебе надо было лизунчиком назвать. Лизунчик у нас. Вот. Такие вот дела. Я вот сейчас приехала, да, прилетела, то есть... Не знаю, думала к маме полететь. Ну, через месяцок так, где-нибудь в августе. Ну, вот теперь не знаю. Я что-то, ребят, боюсь. Что-то у меня какой-то страх. Что вот сейчас вот такое вот немножко... Да, Барнюшка? Не знаю. Какой-то страх. Не знаю, посмотрим. Или в сентябре, или в августе. Ну, будем думать, да? К маме. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну-ка. Это что такое? Ну-ка, что такое? Зачем лежишь все? Ишь ты, вот колючка, сейчас нос уколешь. Сейчас нос уколешь. Тут хромал, бегал немножко, задняя лапка, видать, наколол где-то. Тут, наверное, ведь розы везде кругом, эти колючки. Как красивенько. Вообще у нас хорошо здесь, так спокойно, тихо, классно. Да, Барнюшка? Пойдем, пойдем. Вот он, Барни. Красавчик наш, красавчик.
Любимчик. Любим, любим ребенка. Балуем. Балуем.